Украина официально запросила у США противовоздушные системы CRM. Это мощные установки, которые идеальны как раз против дронов и ракет. Однако может сбивать даже минометные и артиллерийские снаряды благодаря своей высокой скорострельности. Изначально CRM разрабатывались как корабельные орудия, однако позже появились и наземные. Это такой себе миниган на максималках. 20-миллиметровая установка выпускает за минуту 1000 боеприпасов, если быть точнее, 4500. Установка использует осколочно-зажигательно-трассирующие самоуничтожающиеся боеприпасы. Звук этой установки просто завораживает. Вот послушайте. CRM можно было бы использовать для защиты стратегических объектов, а также в местах, наиболее часто подвергающихся атакам дронов и ракетным атакам. Вот в Николаеве и Никополе такие установки действительно бы помогли. Установка имеет собственную РЛС для идентификации целей, но может использовать и внешние радары для повышения эффективности. Вы представляете, установка делает 75 выстрелов в секунду. Этого достаточно, чтобы не просто разрывать летящие цели на куски, а превращать их в пыль. О том, что нам нужны установки CRM, разговоры уже были, но сейчас мы начали запрашивать их официально. Надеемся, что хотя бы несколько установок нам передадут. Эффективная дальность стрельбы составляет 5 километров, а гарантированная площадь покрытия 1,2 километра. Также стоит учесть, что CRM — это роботизированная скорострельная турель, которая действует автоматически. А значит, и эффективность применения у нее намного больше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.